Всем привет, ребятки! Вы на канале Дудаплей, и мы продолжаем игру «Спасти девушку». Но мы остановились на 12 уровне. Так, едем на погрузчике. Так, дерево переграждает дорогу. Что сделать? Давай поднимем. Поднимем дерево. Во! Нормально, сломали. Хорошо. Справились мы с первым заданием. Так, опять зомбаки у нас. Что мне делать? А почему они днем появились? А давайте увеличим скорость и поедем. О, мы их пощелкали, хорошо. Едем дальше. Так, ох ты, нифига, огромный монстр зомбак. Какой огромный зомби. Что мне тут делать? Давай нажмем на кнопку, я не знаю, что будет. Давай попробуем так. Ух ты, нифига, она в робота превратилась. Прикольно, прикольно. Прошли уровень. Смотри, мы ни разу не проиграли, да? Открыт новый скин. Хорошо. Так. Дальше. 13 уровень, ребята. Так, о, какой-то дядька. Бандит. Вор. А, вор, который деньги хочет украсть. Давайте от него убежим. Так, он идет за мной. Что делать? Мобильный телефон, либо кошелек. Ну, давай дадим ему кошелек, пусть уходит. А, кричит. Ха-ха-ха, обманул. А, приходи еще. Так, теперь, ну давай огнетушитель или банан. Давай огнетушителем его щелкнем. А, нифига. Нифига, я думал, банан он же просто, ну, упадет от банана. Ну ничего, он встанет и потом опять пойдет. Нет, все-таки нужно банан было выбрать. А если мы тут, ребята, выберем мобильный телефон, это типа она должна позвонить в полицию или что? Давайте выберем, как ты думаешь? Сейчас мы это проверим. А, телефон разрядился. Ах ты, ёлки-палки. А, давайте еще раз. Все-таки кошелек нужно отдавать. Та отдала бы ему... А, видишь, он деньги просит. Та отдала бы ему просто-напросто этот самый... Мобильный телефон, да и все. Видишь, он пустой был. Он пустой. Ха-ха, обманула, обманула. Приходи еще. А здесь мы берем шкурку от банана, бросаем, он подскальзывает и падает. Все. Надеюсь, он уже больше не придет за нами. А нет, опять. Мне нужно ускользнуть. А, выбить стекло, либо остановить поезд. Давайте остановим поезд. О, хорошо. Сработало. Мы остановили, ребята, с вами поезд. Дальше. Дальше идем. Угу. 14 уровень, ребятушки. Так, пёска. А, только еще одна собака. Что же делать? Давай с ней поиграемся. Хочешь сыграть? Нет, она не хочет сыграть. Она очень злая. Злой песик. Он играть, ребята, не хочет. Совсем не хочет играть с нами. Поэтому мы его сейчас щелкнем столбом. Ага. Так, он взял свои дела и убежал. Да, пока страшная собака. Как она этот стол подняла, только неизвестно. Мне нужно присесть. Ой, ой, краска еще не высохла. Так, либо кран, либо... Давай вот эту штуку. А, быстрая смена одежды. А, она просто переоделась. Опять вор, ребята. Ну давай мы его щелкнем молоточком. О, и не вылезай оттуда. Хорошо. Ну да, справились мы, ребята, справились. Давайте дальше играть. Так, у нее сердечко. Знаешь, кого-то она влюбилась, что ли? А, он крадет из магазина. Что делать? Ну давай в рупор. В рупор. Эй! Все, получилось. Хорошо. Так, ой. Часы. Давайте используем часы. Не знаю, что это будет, конечно, с часами. Ага, давай повернем время вспять. Она повернула время вспять. Нифига себе. Волшебница. А мне нужно что-нибудь сделать. Пистолет либо рамки. Конечно же, рамки. О, все. Полиция сейчас прибежит за ним. Все, мы убежали с магазина. И спасли девушку. Так, ладно. Открыли новый скин. И отправляемся уже в 16 уровень. А сколько там у нас уровней? А, скоро мы пройдем всю игрушку. Так, 16 уровень.
Едем на самокатике. Так, он идет за мной. Кто? А, вор этот. Так, давайте ему дадим бюстгальтер. Нет, давайте кинем, чтобы он поскользнулся. На, поскользнись. А, не поскользнулся, нифига себе. Ну ладно. Давайте бюстгальтер ему сбросим. Пусть он будет довольный. На, держи. О, прикол. Ой, он злой стал, смотри, на машине уже едет. Слишком быстро, я не могу его контролировать. Ну давай, одень шапочку. Все, плавная посадка. Танк, а что делать с танком? Давай вот эту выберем, я не знаю, что это такое. А, это стиражка была. Мы ему просто стерли танк. Танк исчез по волшебству. Все, полиция его споймала. Угу. Так, все, девушку мы, ребяточки, спасли. О, ну за что у меня много денег, уже 600 монет. А, нажмите уровень, чтобы продолжить. 17 уровень, ребята, землетрясение. А, давайте, под стол спрячемся. А, нет, забыл прикрыть голову. Так, а что ж ты, надо было голову прятать под столом? Так, землетрясение. Шлем, одеваем шлем. Все. Всегда носи шлем, когда есть землетрясение. Есть тут кто? Ну, давайте ключик используем. О, там что там выпало? Какие-то, я не понял, какой-то мусор. Ее щелкнули, да. 17 уровень. Так, землетрясение. Одеваем шлем. Проходим. И здесь мы сейчас, ребята, поставим с вами бомбочку. Не знаю. Нифига она бросила и... Я думала, там разорвет от этой бомбочки, а нет. Нормально. Так, поехали дальше. Мне нужно выбраться отсюда. А, тут везде электричество. Давай резиновый сапоги одевай, конечно. Все, через резину ток не пропускает. Не проходит через резину ток. А, разбитая ваза. Да, конечно, давайте вернем время назад. Все, отлично. Хорошо. Так, а здесь вода. Тут много воды. А, давайте пробку заткнем. Все, получилось пробку. Ура, лифт. Все, мы уходим, садимся на лифт и уезжаем. Так, новые скины, у нас туфельки какие-то новенькие мы получаем. Спасибо. Спасибо за туфельки. Далее. 19 уровень. Так, мы едем в лифте, и лифт застрял, или что? А нет, опять этот песик. Только не сторожевая собака. Ну давай, мясо дадим, она же у нас любит кушать. На, держи. А, на... Так ты ему должна была дать. Зачем? Зачем ты сама стала есть это мясо? Ладно, оденем маску. И, наверное, маска испугает песика. Давай. О, да, она его испугала. Так, выключил сосед. А кто здесь? Дротик или граната? Давай дротик. А, это просто шарик, ребята. Просто шарик. Хорошо, что я взрывчатку не использовал. Так, ну давай возьмем гирю. Давай штангу используем. Так, и что дальше? Она накачала руки и выломала дверь. Офигеть. Офигеть. Вот это деваха. Так, ты можешь так со всеми справляться. Накачиваешься. И всех щелкаешь. Так, идем дальше. Вода. Зонтик, либо мусорный бак. Ну, мусорный бак тут при чем, вообще не понимаю. Зонтик давай попробуем оденем. Проходим, нет? Да, а нет, поскользнулась. Подскользнулась и упала. Надо использовать мусорный бак. Наверное, мусорный бак она накроет сверху. Мусорным баком. Да, я так и подумал сразу. Но это ж нелогичная игра. Как бы я думал, как она такой мусорный бак огромный поднимет. Ух ты, машинка, а что я могу сделать? Ну давай, разбей ее. Получилось. Видишь? Откуда она взяла этот шар, непонятно. Какая огромная дыра. Что сделать? Либо опустить мышку, либо взять шарик. Давай мышку пустим. А, она укусила ее. И она перепрыгивает это место, эту дыру. Представляешь, яму, она перепрыгнула, ее укусила мышка. Мышка укусила, и она убежала.
Так, 21 уровень, ребята. Зима. И гуляем. Так, и очень холодно. Что же делать? Кушать перчик или разжечь огонь? Давайте скушаем перчик. Острый перчик. О, прикинь, нагрелась от острого перца. Крот. А что крот делает зимой? Ну давай его водичкой польем. И он замерзнет. А, нет, он вырос. Офигеть. Да, надо было его щелкнуть по голове молоточком. Так, давайте еще раз попробуем. Так, холодно, кушаем перчик. Да, согреваемся, идем дальше. Так, бобер вылез. Так, по бобра мы сейчас стукнем. На, получи. Все, стукнули бобра, идем дальше, гуляем. Опять дыра. Как мне перетреть эту дыру? Ну давай зальем водичкой. И вода превратится в лед. Точно. Хорошо. Как-то еще не подскользнулась об скользкий лед. Я так и не понял. Так, получили новую одежду. Спасибо. Спасибо за новый скин. Ну что, ребятушки, будем заканчивать серию. Если тебе понравилось, то обязательно поставь лайк. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока.